Ну чё, ку-ку, ёпта. Ух ты. А чё у него на голове? Чё за каска, дурак? Ну да-да, в то... Тут же мы и остановились в прошлый раз. Не, не пей, не пей. Не пей, козлёночком станешь. Куда они деваются, блядь? Сервером? Сервер... А, нет, всё нормально. Это тот просто куда-то пропал в небытие. Крышка, так... Короткий автоматический глубокоствольный карабин. Да нахер он мне нужен? Что это, блин? Это крот был? Стой, 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 стой. Где? Где ты, сука? Так, как видишь, сервак лагает. Это, ну, видно невооруженным взглядом. Задержки просто сумасшедшие. Какую гору мусора я должен найти? Я вот пока что этого не понял. Игра от меня требует гору мусора. Хую. Осмотреть штаб-квартиру, осмотреть горку грязи и поискать там что-то интересное. Какая нахер горка грязи? Так, стопэ. На какую? На 6? На 7? Во! Люсиль-то моя. Где ты? На тебе, кротокрыкс, блин, долбанный. Да, тебе не показалось, я становлюсь невидимым, когда по мне бьют. Иногда, не всегда. Что-то подлаги. Подлаги, это очень плохо. Ух! Ой, гайз, привет! А я что-то я не хотел! Ах ты чёрт! Да, блин! Понимаешь, они не так много урона-то наносят, потому что я старше уровнем. Дело не в этом. На, прям в попу тебе. Просто бесят. Отвлекают. О, кстати, блин, зачем я его застрелил? Где-то тут еще кротокрыкс бегает. Дрын, порох. Стопэ. Нет, не то, не то. Не то, меняй. Так, блин, на 5. Блять, достали кротокрысы. Достали вообще, ненавижу вас. Вы просто бесите. Это что такое? Горка, горка грязи. Все? Засчитал? Давай, иди сюда, тварь. Походу, они будут бесконечно лезть. О, новый уровень, новый уровень. Где этот? Где этот петушнята? Где этот дурак, который по мне стрелял? А, не сверху. Дядя Федор, здорово. Чертовски вовремя, как только начал играть в Fallout. Ну как, если помнишь, на том же месте, где и тогда остановились. Так, аккуратно. Че это за херня? Че это за лапки, блин, кошачьи? Что это? Блин, фраза такая. А нет, вот, воспроизведи. Он тут ходит. Спикер-пол, подождите! Удалите, уделите мне всего пару минут. Этого еще не хватало. Извините, мисс Картер, но у меня сейчас нет времени. У, сука, блядь, ловушкой. Нет, порядок преемственности четко определен, спикер.
Так, ладно, давай, я сейчас не буду читать. Хитрый разговор двух бабенок тупых. Где ты? Сука! Сволочь! Сволочь упал! Где ты? Жетон. Наконец-то, как ты меня догнал? На! О, вот, давай, еще есть. Эксклюзив. Давай эксклюзив, вот это прочитаем. Я Уильям Брайер, журналист Чарльстон Геральт. Я стою в ограждении одного из нескольких объектов Хортрайн Индастриал, которые появились здесь за последние месяцы. Мне предстоит получить ответы на вопросы в связи с проектом, который в определенных кругах получил название «Золотая жила». Может быть, это нужно местным шахтерам? Что-то там, новые горнодобывающие проекты токсичных отходов, загрязняющих землю у нас под ногами? А, ну что, для захоронения. Зированные выборы. Статья Блэквилл. Почему мне кажется, что они скоро очень сюда добавят этот НПЦ? А вдруг вот реально добавят? И если этот момент засрали, то что им мешает их просто с каким-нибудь глобальным обновлением сделать? Ку-ку! Почему ты не переведен? Оба косых. Что, интересно там? Ментаты, двоенные деньги. Ушанка. Берем. Болты. А на что он там смотрит? Только не упади. Ган, оружие? Давай-ка и возьмем его, надо разобрать. Мне кажется, тут где-нибудь будет. Так, это дикий гуль. Собачий консерв. Еда. В смысле, а ты еще был не человеком тут? Ага. Плохой. Зачем он у себя в кармане носит грудную клетку и Через стены, нечестно. Интересно, наверняка что-то можно найти. Тут же, ну, как минимум, верстак должен быть в таком здании. Что происходит-то, блин? Что за ловушки? Супермутанты, хорош. Вы что? Алюминиевая банка нужна. Кофейник. Стелсбой. Стелсбой — это очень даже хорошо. Модификация нож с зазубренным клинком. Может пригодиться, но не факт. Так, скипидар, порох. Это чё? А, рукоять слоновой кости для револьвера. Рукоять слоновой кости, мы можем красивый револьвер создать. Красивый, но неэффективный. Так, перчатки. Интересно, я умру, если с такой высоты упаду? Привет, помню, конечно. Помню. Серебряный медальон, мешок с удобрением, скальпель. Серебро только нужно. Бутылки из-под пива. Слушай, а мутанты любят пивасом закинуться. Капец, я высоко. Я еще весь дом сейчас обойду. Наверх горелая осколочная мина. Я хотеть драку. Говорит нам супермутант. Что-то гуль вообще не был рад, да, сюда придя? Тем временем мы пришли по заданию.
Мне казалось, это внизу. Ладно, хорошо. Блин, напугал чуть-чуть. Ментаты. Да я вообще не употребляю тут наркотики. Давай посмотрим, что я могу приготовить. Да, вот так вот я выгляжу. Не ахти. Ничего, вообще ничего. Вроде, я вроде сыт. Мне надо попить. Надо попить. Помощь. Да-да, это ты, я тебя помню, серьезно. Тухлое мясо мы жрать не... Давай выкинем его нахер. Зачем мне тухлое мясо? Так, давай употребляем разбавленный антирадин. Хотя, блин, совсем мало было, жалко. Зря, зря, давай. Кушай, пока действует антирадин разбавленный. Еще кушай, еще вот этого бламка давай съешь. Вот так вот. Вот так вот. И попей грязную воду. Есть? Есть? Не, пакеты. Не, нифига нет больше. О, нормально. Да, конечно. Я даже ваши развлечения вместе помню. Милые, безобидные девчачьи игры. На моих стримах. Драки там, подушками. Конечно, это вызывает такие ассоциации, не совсем, может, адекватные, я, потому что мы же не знаем, сколько вам лет, и если это слишком мало, то это вообще не делает меня неким психом. Вот. Поэтому как бы оно и не стоит. Стимулятор, пакет крови, золотые карманы, часы, модная щетка. Я модный и без этого. Кожаная броня для левой ноги, нет, все. Довоенные деньжата, по-моему, вообще штука лишняя. У меня беда, блин, случилась. Воу-воу-воу! Мы прям зашли в гучу событий. Нахера они носят грудную клетку, я понимаю? Далеко? Стопай. До свидания, голова. Смотри, какая задержка на серваке. А давай вот так вот сделаем. Па-па-па-па-па-па! Смотри, один дурак, один нет. Где ты? Где ты? Я иду за тобою. На, типа навсегда, да, на ПМЖ. Блин, там же холодно. Точно, в Красноярске это школа, да это. Я в Москве с ума схожу от холода. Сейчас небольшой минус. Но в основном еще мне не бесит в Москве. Это грязь, блин, долбанная. Выходишь говнище везде на дорогах. Ты обязательно будешь грязным. Тебе будет неприятно. Где ты? Как ты меня... Ходит там, стонет. Кстати, давай еще дробовиков пособираем, мы их сейчас разберем. Что? Где? Кто? Горелый странник! Нет, не, не бери. Не взял, хорошо. Вываренная кожаная броня, легкая кожаная броня для туловища. Да не, по-моему, такое же есть. Ладно, давай их стрелять будем. Вот из этого. Мне надо вниз. Давай пойдем коротким путем. Тут стекло? По-моему, нет. И мне просто повезло не упасть. Где ты? Чё, не понравилось? Бляха, тараканы. Писец, минус 30, понимаешь? В Москве такое бывает, ну, несколько дней в году, максимум. И то это редкость.
А, нет, просто грязную воду берем. А где он ее берет? А, это грязная пепельница была, не вода. Там, понимаешь, там температура несовместимая с моей жизнью в Красноярске. Я бы там не смог. В каком-нибудь Якутске я бы тоже не смог. Там и в Якутске при минус 50 я бы, наверное, вообще умер. Слушай, по-моему, я здесь был в обычном фэллауте каком-то. Бляха, да ну нахер! Вы чё, вы чё, вы чё? Ну-ка, где мой Радекс? А, да, у вас ещё холоднее. Блин, ну это капец, я тебе говорю, это же жестко же. Чё, давай быстро, пох, пох, у нас там радиация по нам лупит. Да назад, еще это говно где-то там ползает. Сейчас с данной минуты доступ. Пачка сигарет, не. Не курящие. А чё, подожди, подожди. Ты чё хочешь, чтобы я сделал? Смотри, изучить работу. Я чё-то не сделал. А, что за нах, ёбаный насос? Что это было? Что за атомные взрывы, блин? Мне кажется, надо туда пойти сначала, потому что у меня чего-то нет. Может быть, какой-то голозаписи, что-то еще, потому что я просмотрел все три файла, которые были на ПК. Если она приедет скоро, значит, тебе будет не так скучно. Короче, бокал разбил, из которого обычно пил, ну, стакан свой. Голубей ветром и снегом сносило. У нас сейчас голуби просто такие, знаешь, грязные ходят. Ну, потому что, ну, реально грязно сейчас. У нас снег выпал. И он растаял. Понимаешь, снег идет, тает. Из реагентов. То есть где-то там в кустиках, на кустиках снег есть. Но на дороге говно, каша. Ты идешь, и ты вот по улице, у тебя штанина сзади грязная, обувь грязная, тебе неприятно. Так, стопы. Нет, все-таки я там что-то не закончил. Хензеплей, привет. Ты знаешь, мне нравится это, ну, Fallout Online. Вот и все. Где эта сука ходит? Я не понимаю, где она там ходит, стонет, блин, бесит меня. То есть она понимает то, что урона там мне не нанесет, но, блин, она просто подбешивает. Мужики, вы ее не видели? А? О, тесак, давай возьмем, разберем его нафиг. Играет обычный Fallout, только в онлайне. Единственный минус, тут нет NPC, но пока мне об этом не сказали, я даже не замечал этого. О, патроны. Ну вот что я сейчас заметил, так это то, что сервак лагает. А, вот ты где. Горел. Так, нифига тут не возьмешь. Слушай, ну давай смотреть, что надо с компом. Ты чё, шину на меня скинула, сволочь? Давай, надо что-то еще найти. Архивные сообщения. А, вот, я не все просмотрел. Просто хочу отметить, я видел вашу машину, так что предполагаю, что... Не, слушай, тут радиация нас периодически бьет, надо нахрен. А, вот, все, разное, что-то пометилось новое. Все? Золотая жила, начато задание. Хорошо. Обыскать офис мисс Пенни. Что-то нам наверх, короче. Пошли, тут радиация. Ты что... Кто? Где ты? Скотина, где ты? На! Я бы не советовал, в принципе, никому в городах падать в снег.
Это по большей степени было бы связано с тем, что в городах много собак выгуливают, а там могут быть, ну, скажем так, сюрпризики. Да, то есть, ну ты вроде прыгнул снег, тебе хорошо, ты доволен, а внизу сюрприз. Маленький подарочек. Еще выше. Так, блин, Гули, вы меня задолбали. Гули, Гули. Гули, Гули. Закрой нахрен дверь, закрой. Где-то сверху он. Я не... Покажись, а? А, вот ты где. Подожди, это вообще простреливается? Смотри. Не, не шиша. Это стекло. Чё там, активный пользователь, там, Пенелопа. Мне кажется, последний надо прочитать. Национальная гвардия убрала последних повстанцев от Рокхаунда. Ущерб намного меньше, чем мы предполагали. В значительной степени. Потому что эти идиоты не смогли сообразить, как работают реакторы воспламенения. Маленькая польза от запатентованной технологии. Я хочу, чтобы бригады работали сменой по 24 часа, пока объект не выйдет на рабочую мощность. Каждый день мы потеряем кучу денег. А, слушай, мне же не комп нужно. Или комп. Привет, а ты что там стоишь? Тут где-то таракан ползает. Я думаю, что... Она стреляет по мне, да? Она тут. Стерва дошла все-таки. Где ты? Капец вообще. Где она? Да прям-таки снег, ну, у вас... Слушай, вам везет, если у вас снег чистый, короче, у нас все грязно. Честно, что-то вот это вот вообще сейчас неохота читать. Во, контрольная точка выполнена, все, хорош. Это не сюжетная какая-то тема, это вообще ни о чем. Так, зубная щетка. Офисный настольный вентилятор, нафига не вентилятор? Верстак. Разобрать предметы. Соответственно, оружие. До свидания. Все это нафиг. Постой, постой. Постой. Револьвер. 46. Ушанка. Ну, это было вообще лишнее. Так, весь хлам разбирай. Почему мне кажется, что она вот сейчас вот за моей спиной? Блин, она сама-то не устала. Вот у нее патроны не кончились. Что я могу изготовить вот прям здесь? Боеприпасы, мины. Почему я не могу, кстати, боеприпасы разбирать? Выйти, ладно, нафиг. Так, нам, короче, еще чуть ниже. Опять к компу тому? А, нет, нам прям сюда, на этаж. Или все-таки чуть-чуть ниже? Да, чуть-чуть ниже. Ах ты, блин, перегнул. Ну, еще один повод всегда ходить по лестницам. А не как быдло, знаешь, перелазить. Еще одна голозапись. Ханновер, это Даниэл Хоррайт. Полагаю, вы уже распорядились, чтобы группа поддержки внесла за должность топ-менеджера улучшенные... Что-то там эти... Мне надоели эти безвольные директора, которых вы все мне посылаете. Или вы найдете сильных людей, которые способны выжить, или я найду другого человека, кто способен найти такого мне. Система Хонрайн. Пароль принят. Добро пожаловать в систему набора персонала Хонрайт Индастриал. Пожалуйста, вставьте ваш резюме в приемник для анализа.
Или же пройдите экзамен на должность топ-менеджера и узнайте, сможете ли вы стать частью команды Хорнрайт. Че, серьезно, мне нужно стать будет. Уважаемый мистер Хановер, я добавил почти все файлы отдела кадров в архивную систему, но если все эти новости по радио правда, то боюсь, я вынужден покинуть пост. Прошу прощения за то, что ухожу раньше времени, но я обязан убедиться, что с моими родителями все в порядке. Надеюсь, это не отразится на моей характеристике. Еще раз извините, мистер Хановер, Крейг. И... Кстати, у меня уровень надо поднять. Интеллект, может, прокачаем. Интеллект на 30%. Так, вы получаете больше компонентов, когда разбираете на части оружие и броню. Это, конечно, полезная будет штука. Благословенное оружие ломается медленнее. Не, гладкостволки мне нафиг не нужны. О, давай. И, соответственно... Сука, пришел все-таки, а? Бля, долго же ты ломалась, стерва. Так, 2 метра, это что? Терминал найма. Экзамен для найма топ-менеджеров. Перспективный кандидат, вам предоставляется шанс, который выпадает раз в жизни. Этот экзамен покажет нам, есть ли у вас данные, чтобы войти в элитную группу топ-менеджеров Hornwright Industrial. Добейтесь отличного результата, и наша система автоматизированного найма тут же выдаст вам предложение. Итак, вы готовы начать экзамен, который изменит вашу жизнь? Поехали. Вопрос первый. На одной из автоматизированных шахт компании произошла авария, которая привела к смерти нескольких руководителей шахты. Ваша реакция? Выпустить заявление с обещаниями компенсации семьям, свалить вину на происшествие на агитаторов в местных профсоюзах, запустить общую для всей компании программу безопасности рабочих. Все сваливаем на агитаторов. В вашем распоряжении оказалась обличительная внутренняя информация об одном из наших конкурентов. Что вы с ней сделаете? Уничтожить ее. Мы можем победить их в честной рыночной борьбе. Шантажировать их, чтобы получить больше информации. Передать ее СМИ и использовать скандал, чтобы сыграть нападение курса их акций. Не, ну это шантажировать, конечно. Местный политик пришел к нам с просьбой о значительном пожертвовании на избирательную кампанию. В обмен на законодательные льготы, что вы примете? Так, собрать компромат на политика, чтобы сбить цены. Вежливо отказаться, отметив неуважительное отношение политика к демократии. Публично заявить о сделанном предложении, выставив коррумпированность политика на всеобщем... Вот это давай, собрать компромат. Ну, добьем политика нахер. Вы получили угрозы от группы людей, расстроенных нашей политикой автоматизации. Что вы сделаете? Я расскажу полиции все, что знаю, чтобы она разобралась с ним. Предложу им прибыльную работу, чтобы раскрыть их личности. Запрошу 24-часовую охрану для защиты. Давай наймем их. Вам предложили более высокооплачиваемую работу у регионального конкурента. Что вы будете делать? Передам информацию о предложении команде корпоративной разведки Хорнрайта. Приму предложение, несмотря на явную ущербность конкурента, использую это предложение для повышения зарплаты здесь. Давай вот это вот. Ну мы же на работу хотим идти. Давай обрабатываем ответы. Давай, ты что у нас за результат? Вы правильно ответили на 5 из 5 вопросов. Воу! 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 А можно было, смотри, взять ответы к экзамену. Пфф, зачем они мне? Я и так знаю, как правильно отвечать. Забрать пропуск. Где он? Где этот долбанный пропуск? А. Сука, блядь, где ты? Напугала меня, тварь. Так, ребят, пришли. Чё за месиво? Чё за месиво, гули, блин? Так, ладно. Оп! Маслинка пошла. Фига гули тут устроили.
Must kill, говорит. Давай, пенопласт, пострадай фигню, конечно, это нормально. Минус. Сука, Сима, а? Привет, какую тайну ты разгадал? Тайну, почему на сваи вставляют? Это очень опасная тайма. Тайна. Очень опасная тайна, жираф. Никому ее не рассказывай. До свидули. Потому что мало ли все пойдут, понимаешь, после этого. Ну, делать то же самое. Не стоит. Так, труп рейдера. Видишь, у них патроны. А, кстати, что я туплю-то? Собирай, тут же верстак наверху. Давай, давай, лутайся, сейчас пойдем все разбирать. Можно все разобрать. Блин, я, конечно, они меня подкосили, малеха. Чисто по здоровью. А че за дорога? Ах, вот ты где, сука, ходишь, блин. Дикий гуль, бродяга, Блин, скосил, надо же так. Ну, это как минимум логично, да? Что же ты хочешь, мальчик-бродяга? Оу, мы оказались с закрытыми дверями. Таракашка, ты чё? Так, стопэ, нужен ключ. Чудо клей, бери. Ага, все, не смотри на меня, гуль, я стесняюсь. Аккуратно, аккуратно. Можно, в принципе, посидеть. Среди грибов-то. Так, карандаши. Хрень, короче, одна. Кофейник Кофелюкс. Мне кажется, его можно разобрать, получить алюминий, которого мне не хватает. Хотя вряд ли он алюминиевый. Хай, Пэл. Да нахрен мне нужен? Ты юнка из газа, что это за нахер? С чем он мне, да? Иди в жопу! Блин, почему она не рассыпалась? Разгадка чего? Ты чё, жираф, не помнишь, что я мало что запоминаю? Оу. А можно было бы его и загасить. Но он вроде Влад звали, ну наш, не китаец. У меня тут война с китайцами внутренняя. Мне кажется, она даже не поняла, что это было. Что-то мне кажется, то, что это будет болезненно, да? Как это выключить? Блин, долбанная радиация. Задолбала.
Ядер-колу, наконец-то. Мы первый раз нашли за всю эту игру ядер-колу. А, нет, это не бьет меня никак. Мне кажется, надо перекусить. Так, помощь. Это тухлое мясо. Нахер оно мне нужно? Это плохо. Это, ну, невкусно, как минимум. Да, младший лейтенант. Мальчик молодой. Все хотят потанцевать с тобой. Ты просто жизни не знал, если никогда не танцевал под эту песню. Был случай, короче, мы на свадьбу под нее, знаешь, как отплясывали. Ну, не на моей, на свадьбе друга. Был причем давно, лет... Слушай, это было очень давно, это было лет 9 назад. Представляю, капец! Капец, железная руда берем. Блин, кажется, хотя она тяжелая. Система внешнего подключения. Обнаружено подключение пользователя. Докладывает золотая жила 003. Пользователь системе 003 нужна помощь. Уровень топлива критический. Состояние корпуса критическое. Сейчас, мне кажется, кто-то придет к нам. Во-первых, придет тот чел. Может его загасить все-таки? Я вот не знаю. Хотя ладно, это место такое, знаешь, закрыто. Потом мало ли еще придет. Ну, задание надо ему выполнить. Железная руда опять. Сахар бери. Специи бери. Хотя зачем? Что это? Описание исследований. Новенькая из АМС. Хоррайт представил нам нового сотрудника команды. Ее переманили из подразделения АМС к искусственному интеллекту. По искусственному интеллекту. Сказал, что за ней будущее того, что мы называем добычей полезных ископаемых. У крошки есть целый один диплом из универа, о котором я даже не слышал. Ладно, Дэниэль, не будем спешить с выводами. В любом случае, лишние рабочие руки нам не помешают. Может, это мисс Джексон хотя бы кофе делать умеет. Действительно, что еще нужно? За эти 4 недели юная мисс Джексон сумела решить 3 научных проблем по проекту «Золотая жила», которые нам так и не поддались. 3. Проблема внутри минеральных связей решено. Субкрустальная навигация проще простого. Автоматическая система голосового реагирования. Легко. Крошка даже спроектировала полевую ремонтную систему, разумеется, на основе моего первоначального проекта для золотой жилы. Но ее версия может соединиться с системой, не останавливайся. Так, работу. Личный контроль. Похоже, мистер Хонрайт теперь будет принимать самое непосредственное участие в работе над проектом «Золотая жила». Он утверждает, что делает это в целях безопасности. Он считает, что это кто-то из нас слил информацию журналисту, с которыми случился несчастный случай на испытательной площадке. И ему важно, чтобы... это больше не повторилось. Мне кажется, что Дэниел просто хватается за любую возможность, чтобы отвлечься, чтобы ему не нужно было справляться со своей потерей. В общем, мне кажется, что, отвлекая нас, он просто пытается что-то там. Ладно, похер, борьба за власть, похер. Для мисс Джексон, похер. Все, лабу обыскали, задание засчитано. А что за звуки были позади меня? Что пишешь, северная, это что там? Ты о чем? Какая северная? Какая маленькая? Каратель, привет. Слушай, мне вообще не надоел. Это ж еще и только начало игры. Игра супер. Я не знаю, что там, кому не нравится. Вообще похер мне. Так, вот револьвер я пока разбирать не хочу. Одежда, помощь разная. Так, хлам. Хлам разбери. Ну, часа 2-2.5. Я на самом деле всем советую в него поиграть. Присоединиться ко мне в игре. Давай вообще надо армию свою создать. А? В смысле, ну веди его автоматом, пожалуйста. Сука. Тут чели где-то ходят. Слушай, мне кажется, я должен был тут узнать. А, инвентарный код ремонтного маячка 36-9. Игра, блин, не получилось.
36984 в Америке. Судя по всему. Хай. А, тьфу, здорово, дядь Федор. Я что-то сначала не узнал, немножко обосрался, ё-моё, потому что, ну... Слушай, нифига себе ты прокачался, уже 99 уровня. Так, ничего нужно сделать. Клюшка для гольфа. Патроны. Чё, пропуск в поместье Хонрадов. О! Забрать ремонтный маячок, сейчас заберем. Клюшка для гольфа. Да не, мне кажется, такое себе оружие. Давай, давай. Слушай, ну сотый уровень, это сильно. Хотя я не знаю, сколько надо вообще. Сколько можно в этой игре? Стоит они максимум? Теперь я понял, что это за лучи. А я понял, что я... 200 плюс, капец. Я, короче, когда вижу вот такую вот сетку... И... Забрать ремонтный маячок. Где? А, во. Ну, где-то там в глубине был. Пользуйтесь, спускайтесь, установите маячок. Идите к лифту. Как скажешь, спускаюсь. Постой, постой, постой. Чё? Куда? Кого? Может быть... Точно не из этой комнаты? Да, вроде нет. Вообще, надо задание... выполнить еще и главное, а то я что-то пошел по этому по... Какой ключ к книгу? Я хз, что за ключ книга была, я и не помню. Ксерка, здорово. Не, ну 200 уровень. Мне своим, сколько, 14-й? Я только что апнул. Я что-то не понял, куда спуститься-то? А? Это что такое там? Дядь, с тобой все в порядке? Ты что голый там стоишь? Ладно, по идее, все-таки мне в лифт. В лифт и наверх. Почему лифт идет только на самый-самый нижний этаж? Ага, и что там было? Это что за херня? Я один-то вижу. Эй, Владик, ты это видишь? Или у меня одного глюк? Он, походу, меня не понимает. Надо, чтобы что-то новенькое вышло, чтобы так же, ну, вот завлекло, как Fallout. Да, понимаешь, мне, на самом деле, мне просто, вот, каратель, к твоему вопросу, редко удается поиграть. Поэтому сейчас вот играю в то, что нравится в основном. А так можно было, конечно, играть какого-нибудь Assassin's Creed'а. Дядь Федор, где мне силовую броню взять? Мне кажется, что если тут все как в четвертом Fallout, то для того, чтобы поддерживать силовую броню,
в приличном состоянии, нужно деньги еще тратить, да? Ну, какие-то ресурсы. Не обязательно деньги. Как минимум, она и ходит только по этому. Ядерная батарея нужна, да, чтобы она работала? Так, постой, мне нужно еще выше. Тут же где-то тут. Или это не тут? Бля, как мне подняться-то? Что сделать? О, Грена, хорошо. Так, блин. Я вообще в этой комнате не был. И очень хорошо, что я сюда заскочил. Пить хочу, сейчас попьем. Открыть терминал Джеффри. Ну, 25 уровень. Ну, для этого надо, конечно, просто задрочиться отдельно. Вне стрима. Так, простой чай с папоротником мутантом. Кстати говоря, наверное, стримы будут разнообразить. Ну, я разноображу стримы не только просмотром фильмов, но и сменой декораций. Тихо, маленький ты. Блин, жалко на таракана, конечно. Патроны дробовика, но ладно. Вне дома буду стримить и вообще тематику не связанную, наверное, с фильмами и играми. Попутно ко всему. Так, короче, мне надо все-таки в лифт, я уверен. Классика это что? У всех классика разная, мне кажется. Не, это стопудово тут. Устоит ремонтный маяк. Куда? Так, ну он выполняет задание. Куда мне надо тебя поставить? Куда? Него? Че это? Че, подожди. Очки сварщика. Возьмем. В смысле реакции? Свои реакции на что-то такое? Не, я немножко другое будет. Реакция ничем не лучше, чем фильмы. По сути. Бля, куда же идти-то надо? Он тоже, по-моему, не догоняет, да? Не понимаешь, да, куда идти? Я вот не понимаю, блин. Ну-ка, это что? Постой. Открылось. Это ты сделал? Красава, если это ты. Точно. Я не знаю, как это получилось, но мне кажется, это он что-то сделал. Что-то Владик сделал. Да ты чё, мудак, пьёшь-то это? Ты чё делаешь? Маячок устанавливай. Так, я поставил это. Так, нужно установку маячка. Дистанция 1200 метров. Где антирадин? Где радикс? Вот
Отключение завершено. Ремонт систем начат. Состояние золотой жилы нормальное. Повторяю, состояние нормальное. Запускаю процедуру для повреждений. О, оружие верстак. Хорошо. Модифицировать или починить. Юзер, отойдите. Почему мне кажется, сейчас какое-нибудь говно полезет? Тебе не кажется? О, меткость чуть упадет. Но это сделает его лучше. Настоящий. Так, стабилизированный. А что это дает? Упадет дальность, упадет меткость, но упадет но при этом упадет вес. Меткость возрастет. Сейчас-то какая меткость? Дальность 72, а нахер мне дальность нужна? Действительно, мне дальность не нужна. Да вот это поставим. Ставить на дробаш глушитель. Так, постой. Настоящая ложа. 16. А, что такая тяжелая-то? Опять же, меткость. Зачем дробовику меткость? Ну, то есть, ну серьезно, нафига? Мы же в упор стреляем из него. Ничего не могу сделать, ничего. Так, калиброванный ресивер. Калиброванный ресивер дает нам 55 урона. Все остальное дает меньше, значит нахер. Настоящий длинный ствол. Это обязательно заставить. Короткий оптический прицел, я ничего не могу делать, стандартная рукоять, ничего, достаточно. Дальше что, охотничий карабин. Что мне у него нужно? Стандартный прицел, магазин, вот, вот. Вот это вот уже другой разговор. Очень высокая бронебойность. Вот это другой разговор, он должен сносить. Настоящий ресивер. Что он дает? Меткость повышает, да? Блин, ну опять же, все повышает вес. Ну ладно, будем меньше собой что-нибудь носить. Кстати, давай починим. Я всем этим стреляю, ну просто капец как часто. Не самовзводный револьвер. А нафиг ты мне нужен? Разбери его. В смысле, чини. Бляха, алюминия нет. Стой. Давай вот это вот все дерьмо соберем и разберем. Че пишет? Уважаемый мистер Хорнтайп, мы близки к тому, чтобы наконец разделаться с Гарахан Майнинг. Раз и навсегда. Так, благодаря работе моей команды... Сейчас, извини. Извини, буквально 5 секунд. Давай даже вот так вот сейчас. Там чувачок бегает. Не, ладно, все хорошо. Так, хорошо-то хорошо. Вот все. Только у меня отказывалась игра работать. Так, краткоствольный пистолет, позолоченная зажигалка, чистый головной брошек. Нахер он нам нужен? Так, сейчас быстренько облутаем тут все и разберем, пока все рядом. Вот кузнечный молот, изолента, скальпель. Все, активирую это. Я перегрузился резко. Серьезно? Дубленая броня. Кстати, а где моя броня? А у меня ее вообще нет. Че, серьезно, что ли?
А почему? То есть на мне все это время не было брони? Да, приходится, представляешь? Что за луч надежды? А, нет, на мне все-таки что-то надето. Значит, разбираем ее нахрен. Гатлинг лазер? Так вот, что вообще просто убилось. Так, до свидули. Открыт предмет для изготовления легкость. Сейчас, давай гатлинг лазер нахрен разберем. Какого уровня? 25-го он должен быть. Давай, до свидания. Ну, серьезно, мне он не нужен. По крайней мере, не сейчас. Тем более, из энергетического оружия у меня есть пистолет инопланетян. Да и в целом, мне кажется, не лучшее оружие. Да и мне говорили, то, что энергетическое оружие вообще очень слабое. Вопрос в другом. Кто тут оставил броню? На полном серьезе, Т-51Б. Наверное, она не ахти. Блин, я думал, ты... Чел. Свинцовая руда. Блин, ну только я взял. А я уже забрал оттуда. Давай ее разберем. Я могу ее разобрать? Да, могу. 30 уровень. Я к тому времени что-нибудь более толковое найду. А я не знал. Я не знал то, что рецепты не падают. Так, антирадин, это хорошо. Интересно, его напрягает то, что я прям за ним по пятам иду? Или то, что я медленнее него выполняю задание? Чудо-клей? Оп, не заметил он чудо-клей-то нифига. Ха-ха. Так, свинцовая руда. Чё за нахер? Здравствуйте. Чё, контейнер сбора взять подробнее, что? Что, блин? Ну, допустим, а давай чё... Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. А, это ты задание выполнял. Чё я туплю-то, блин? Давай, не скучай по мне. Хотя я по тебе уже скучаю. Давай, пока, Влад. Все, текаем отсюда. Пошли по главному заданию. Ну, все равно, я уверен, что Т-51 не принципиально мощная броня. Которая мне очень сильно бы нужна была. А может его грохнуть все-таки. Давай так, если он сейчас спустится и решит за мной хотя бы шагок делать, я его убью. Грохну. Некогда готовить способность железное брюхо снять вероятность заразиться болезнью через сырую пищу. Да, не, пофиг. На самом деле, я не понимаю, в чем проблема. Я не испытываю нехватки еды или воды. Несмотря на невероятные технологические достижения, Америка погрязла в войнах и гражданской смуте, за которыми вскоре последовал ядерный апокалипсис. Вот, в принципе, весь приквел игры, да? Вся сюжетная заковырка. И мы выжившие последние. Что-то меня до сих пор так вот. Меня, короче, не так давно поглотил этот асфальт 9 на телефоне. И все, короче. Я регулярно в него теперь играю, прям на постоянной основе. От меня, да. Девяносто метров. Слушай, это не так далеко.
Давай Red X жахнем. Не, все-таки я не хочу его убивать. Давай экономить будем, разбавленный будем пить. Ты что-то я это раздухарился. Все, кобзда, мы устаем. И броня, в общем-то, у меня уже полумертвая. Не, ну просто я его сейчас убью, и опять начнется, понимаешь, война. Он будет бегать за мной, я буду бегать за ним, мы будем хотеть друг друга постоянно убивать, как все те китайцы, да, первые падлы на меня напали. Передать статья о Графтонской плотине. Нафиг это надо, это все ересь, короче, вообще. Довоенные деньги. А, я тут уже был или не был, блин. Вот, начнется эта война друг с другом, а нам как бы надо задание выполнять. То есть не допустим ошибок предыдущих стримов. А то сейчас, ну вот, реально, опять высосут из меня все патроны. Все силы. Чё началось-то, ребята, вы чё? Иди от меня. Всё, засунь патронов-то ещё. Минус. Лутаться потом, убивать сначала. Ага, у неё же лампа, что ли, на башке? Ты чё от меня убегаешь-то? Слушай, капец вы тут обустроились, твари. Ладно, по осталось не играем, можно. Бежит. С тросточкой. Посох. Серьезно, они назвали это посохом? Давай опробуем. Что-то бронебойность не добавила урона. Ну хотя это было видно, конечно, что она не добавила. Ну ёпта. Не, этой винтовке нужен срочно снайперский прицел. Тогда с ней будет все хотя бы, ну ладненько более-менее выглядеть. Минус. Минус. Не, они же когда-то кончатся, да? Знаешь что? Не, не то достал. Только боевой ножик возьмем. А все, да? Нет, не все. Оп-оп. Зараза. Патроны. Кстати, мне не помешает еще схемы этого 10-миллиметрового пистолета. Короче, это я что в доме... А, я же в медцентре, да. Наверняка тут есть какое-нибудь старческое отделение. Ну, хотя, в принципе, вообще в больничках в основном старики сидят. Что вполне себе естественно. Я вот в своей жизни всего один раз, одну ночь ночевал в больничке. Больше вроде пока не доводилось. Да, к нам вниз, но ведь мы же не можем так просто уйти, ты же понимаешь. Так, все, тут ничего нету. А? Хирургическая пила. Почему она лежит в мусорке? Я бы не стал из мусорки доставать хирургическую пилу. Так, смотри, есть короткий охотничий карабин, тактический. Давай забираем тактический. Мне кажется, если его разобрать, то что-нибудь новенькое узнаешь. Так, вот кастовальный пистолет с затвором. Но это вообще дно. Горелый тоже на дне. Тут что?
Быстро они гниют и тают. Штатив для проверок. Слушай, что не нравится, так это свет фонарика. Будильник, мне кажется, из него алюминий я достану. Алюминия постоянно не хватает. Вот все есть вроде, алюминия нет. Это что? Емкость с жидким азотом. Сука. Зря я это подобрал, где хлам. Медная руда. Слушай, она же... Хотя нет, мало весит. Как и железная руда. Пропуск. А где это? Это ж хлам должен быть. А, вот да, хлам. Медный лом. О-о-о, емкость с жидким азотом. Давай, до свидания. Не нужно это мне, не нужно. Восьмой шар. Ментаты. Кто-то за зеркалами прятал ментаты. Наркоманы, блин. Зря выключил. Антир один. Саквояж врача. Почему саквояж врача пустой? Я вот помню, в каком-нибудь Нью-Вегасе саквояж врача был обязательно с каким-нибудь симулятором. Да ты же врешь, да? Че у него кастет? А ты как? Ты смотри, пырнул меня, гад. Так, мне надо попить. Вообще, ну, самое время, мне кажется, принять. Да. Че, подожди. Вот это вот. Это... Не, ничего. Нет. Антир один разбавленный, банка. Давай еще один будильник возьмем. Мне кажется, на алюминии должен будильник разбираться. Я на самом деле не знаю, не в курсе. Блин, я тут долго так могу ходить. А, я круг сделал. Все, короче, мне вниз. Надо как-то вниз попасть. Где лестница? Мне кажется, где-нибудь здесь. Если нет лестницы, мы... А, нет, это не спуск вниз. Куда? Апалачия. Нет. В сортире точно не... Ну, хотя в сортирах всегда же какая-нибудь дичь, да? Вот, мне кажется, разработчики, да, если что-нибудь такого жмурика в сортир не засунут, который блевал. Ну, они себе этого не простят. Практически у всех в игр так. Карандаш. Что в саквояже врача делает карандаш? Почему нет стимуляторов? Где лестница вниз? Слишком много вопросов, мало ответов. Этот был? Да вроде нет. Да, точно нет. Кстати, а что дает медикс? Сопротивление урон 25, пища усилит голод и жажду. А чё, давай. И сразу выпьем. Воды. О. Не, ну это вообще, кстати, логика, да, нормальная. То, что если ты принимаешь препараты какие-то, они усиливают жажду. Серьезно. Короче, где лестница вниз? Там выход. Я вижу лестницу наверх. Лифт. У нас еще над нами еще один этаж. Не, давай сначала пойдем по заданию. Еще одна лестница наверх. Вниз, ребята, дайте мне лестницу вниз. Пупс-наука. Пупс-наука, давай. Где он? Где он? Он в помощи? Все, плюс одна... Заебца. Я не знал, но мне кажется, это достойно матюгальника небольшого, да? Во!
А, сука, я же был выше. А, ну, да нахер нам лестница, да? У нас есть дыры в полу. Так, погодь. У нас где Радекса действует до сих пор? Радекс разбавленный больше не действует. В смысле? Че, я клин-клином выбил? Крышка. Минус таракан. В смысле? Почему у меня навык 0? Я же качал вроде хакерство. Даже карту эту брал. Так, мне кажется, какая-нибудь еще дырка будет. Ну просто иначе, а как? Ну не дырка, ладно, лестница. Меня устраивает. Чё, где, кто? Так, обзор проекта по разработке вакцины. Метод. Добыть образцы крови трех подходящих существ, у которых наблюдается повышенная сопротивляемость к мутагенному воздействию горелок. Использовать образцы крови для создания синтетических антител. Подходящие существа. Дикий гуль, кротокрыкс, волк. Дополнение. Так, проект представлен до появления возможности замены Т-образного предохранителя. Отправлен запрос на замену квартирмейстеру спасателей. Чё? Журнал проекта. Так. Короче, мне нужно получить образцы. Не все требуемые образцы крови загружены в инфраструктуру. И, походу, меня ведет на улицу, да? Со всеми этими пирогами. А кого из них я не убил? Кого-то одного, по-моему, не убил. Хлам разбери. Скипидарти. Кстати, давай вот этого тоже все разберем. Швабру разберем. Ну-ка. Швабра это сойдет за оружие? Так, посох нахрен. Не, швабра это не оружие. О, настоящий короткий ствол. Тактический охотничий карабин тоже разбирай. Скоростной ресивер, наконец-то. По идее, со скоростным ресивером. О, я смогу быстрее стрелять из винтовки, да? Он, надеюсь, станет автоматическим. Пороховой пистолет. Пороховой. Я правильно понял, где он? Ни хрена у него урон. Скорострельности нет. Поэтому не надо. Не надо нам такого. Ну и где я, бляха, порох? Хотя, ну, просто порох-то найти. И пулька там... Ну да, меня ведут на улицу. Пошли. Одежду можно носить поверх любого предмета брони. Путешествуйте по Апалаче стильно. Так, стопе. То есть, если я сейчас сниму комбинезон, на мне останется броня. Ну-ка нахер комбинезон. Ну понятно, для чего это сделано, чтобы ты скины покупал. Вот, купил скин, надел его под, на броню, и все хорошо, то есть ты довольный, бегаешь. Четырнадцатый левел. Не, качаться на мобах можно, но это долго. То есть, само собой, интереснее будет качаться на заданиях. Ну вот, а что тут пишет, видите, будьте осторожны с препаратами. Подсесть на них не хочется. Куда идти-то? Так далеко? А! Так, это то есть вот так вот, да? Точечками такими помечается. Ну хорошо. Давай начнем с кротокрыксов. Оп, у меня для них даже подарочек есть. Это что такое? Просто машина. Ту-ту-ту-ту-ду-ду-ду.
Но не стоит забывать, то, что это сюжетное задание, то есть оно нас будет двигать. То есть мы рано или поздно будем продвигаться дальше, дальше и дальше, и дойдем уже до каких-нибудь мест, где можно и бомбу, наверное, бомбануть. А задание тут прям вот реально must have. Можно, конечно, вот взять все винтовку и пойти качаться с ней наперевес. Ну, условно. Но это, конечно, немного не то. Что это такое? Это нельзя взять. Оп. Минус. Зараза быстро. Блин, жопу не успел. Да заманал. Все, мясо взяли. И чё? Лучше крови. А, вот, все, взять анализ. Фу, я мясо набирал. Не, нам не до отвлечений событий. Не до отвлечений. Нет, я не буду. Не-не-не-не-не-не, нам вот сюда вот. То есть вон туда вот. Сейчас отвлечемся, опять это будет что-то не то, это... Основное задание, основной квест. Блин, теперь как подняться-то? Давай, 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 я верю, ты сможешь. Молодец. Видишь, что вера в человека делает? Вселяет ему силу и уверенность. Бляха, пошел, забрался, все, и молодец. Оп. Крышка, патроны. Не, готовить ничего не хочу. Так тут пусто. События так, вы... Да, да, хорошо. Не давайте мне сейчас никакую награду. А если я уберу ствол, я буду быстрее уставать? Хотя нет. А, я, по-моему, я так чуть быстрее стал перемещаться. Ну, не сильно, конечно, но чуть-чуть. Тут мы получим либо дикого гуля, либо крови волка. А, волки, кстати, я даже не помню, они тут, я их видел. Вот так-то лучше. Отскать шлаковая бездна, стане пройдено. Хорошо. Кстати, близко к 15 уровню. И эта близость мне нравится. Где он? Где супермутант-разведчик? Где ж ты? Мне кажется, в доме. Ах! Нет, ближе к центру. А если чуть-чуть? Нет, все прям по центру? Ну, почти. Ку-ку, ёпта! Я даже не понял, как я вот этого загасил. Где? А, вот ты где, вот ты где, вот ты где. У него только порох. Рецепт чай настойный. О, рецептик новый нашли. Прихватка, чайник. Бутылка из-под молока. А, пустая. Ну, пустая, она мне интересна. Давай это берем. Может, этот верстак заодно будет. Кубежел, ты уби... А, я не успел его убить.
Он, наверное, огорчился. Возьми Радыкс обязательно. Не, они тут слишком низкого уровня. Ни черта не могут мне сделать. Ну-ка. Со шпильками, кстати, напряг. То есть их не так много тут попадается. Задняя нога, робопони, лютик. Зачем мне этот чертов робопони? И почему я должен ради него был тратить шпильку? Ну так, в теории, да? То есть нафига? В смысле, даже аптечки нет? Так, пустой кровяной мешок. Пусто. Кстати, давай заценим, как я выгляжу. Так, одежда. Мы снимаем комбинезон механика. Ну, видно, да, что бомж. Ну, да. То есть, если... Он же ничего не дает. Кстати, нахер мне тогда комбез убежишься с тут... Так, ну пошли, пошли за третий, что там? За волком. А это что такое? Нет, он ходит, да пускай все ходит, пока. Да, они здоровые, тупые, писец. Я ему руку отстрелил. Блин, я случайно прыгнул и сбилось. А, ладно, пофигу, разберем. Может, какую-нибудь новую схему дадут. Не знаю уж, можно в это здание зайти. Но сейчас все равно на этого. Так, волки. Волки, это значит ближний бой, это значит дробовик. Метров топать. Ну не знаю, кстати, домов много очень закрытых. Вроде, может быть, оно и лишнее было бы, а может, вроде и не и нет. Так, еще раз, подожди 5 сек. Так, все. Я с тобой. Идем дальше. Волки, гав-гав-гав, где вы? Витен, бегут. Слышь? Я слышу. Че-то какие-то тут волки. Свирепые волки. Мне нужен всего один. Зачем вы все на меня нападаете? Какие-то они не настоящие прям. Наверное, потому что не мутанты. Почему не мутанты, кстати? Что ты слышишь? Ну-ка нах. Ну-ка нахер ворчал. Мне кажется, лучше бы... Ну, а, пофигу, уже начали так.
Не, ну какой-то он слишком мультяшный был, да? То есть, ну, вообще что-то с отстойной графикой был. Все, идем обратно. Ну, что-то на самом деле какие-то очень живучие волки были, 10 уровня. Кстати говоря, что ты сделал? О, сука, я стою, выбрасываю вещи. Я на Т нажимал, чтоб ты думал. У вас есть открытый набор способностей? Да, открывай, конечно же. Так, вообще вот этот, тут наверняка можно эти карты покупать или нет? Муж-смотритель, убежище, не роскошь, а средство спасения. Та-дам-да-дам-дам. Пау! Назад. Чё качнём в этот раз? Мне очень не хватает, знаешь чего, это взлома компов. Очень не хватает. Навык хакерства, время блокировки терминалов уменьшается. Принять. Так, и одно неиспользованное очко. Что мы будем ставить? Стимуляторы или огнестрел ломается на 10% медленнее? Давай пока это... Вот так тогда, конечно. Вода. Вода, срочно прям, вообще нужна вода. Вот, кстати, чай. Кстати, у меня же ядер кола есть, где она? Во! Не знаю, просто захотелось ее выпить, ну, первый раз за игру. Тихо. Да зачем ты это эти понты, ё-мо, зачем тебе эти понты? Ах ты, не долетела. Слушай, а чё-то я так далеко отдалился? Куда я иду? Куда ты меня тащишь? Сейчас переместимся туда. Только патрон заберем. Ну это мы не зря сюда пришли, кстати. Очень даже не зря. Полезное местечко. Чё за нах? Сука, как это было? Смертники долбаные. Вы чё? Вы чё, козлы, блин, вонючие, стреляйте. Куда ни попадя. Так, под дробовик бери. Я ранен, бляха, теперь из-за них. И еще там радиация появилась. Все, исцелились. Давай переместимся обратно. Да, за 4 крышки. Кстати, а как фото делать? Надо будет глянуть сейчас. Гамма-пистолет наносит урон радиации и эффективен в основном против других людей. То есть игра как бы намекает. Пс, парень. ПВП-шнуться не хочешь? Что-то как-то не совсем прям уж притык нас переместило.
И так, нам вниз. Я теперь понял, почему нас вели туда. Потому что я хз. Где я? А, все, все. Мои жмурики. Так, стопэ, стопэ, стопэ. Куда это? Куда топать-то? О! Теперь же мы можем вскрыть. По крайней мере, попробуем. Prisons. Ноль. Blowing. Ноль. Да, ну наха. А что ж тогда? Winning. Ну не, не подходит. Может тренинг? Сходство 2. Повезло. Я не знаю, я наугад это было сделано. В смысле, я же нажал открыть, ну ё-моё. Так, бутылка с коктейлем Молотова. Кегля для боулинга, не, это все нафиг, хирургическая пила. Упаковка изоленты, вот это я люблю. Просто, ну, давай честно, это того не стоило. Нет. Ну вот серьезно, то, что вот я вскрыл эту дверь, это того не стоило. Прям вообще беспонтовое. Ух, кстати, а вот это вот я не обутывал. Зажигалка эмалированная. Да, мы сейчас разберем. Хлам, оружие. Это. Да и разводной ключ тоже мне не нужен. Подожди, я что-то лишнее разобрал, да? Да вроде нет. Фу! Хорошо, что тебя, малыш. Я вот за него испугался, то, что его разобрал. Это был бы все, писец. Так, сейчас я отбегу и вернусь.
Так, ладушки, продолжаем. Так, мы это все дело загрузили. Теперь у нас есть... Так, обзор проекта по разработке вакцины. Все, анализируй. Так, двигатель запущен. Пожалуйста, не открывайте устройство. Пожарный цикл. Разделение достигнуто. Подготовка к анализу. Анализ. Анализ завершен. Данные переданы в симптомат. Конфигурация симптомата завершена. Готовность к созданию вакцины. Ага. Все? Найти Т-образный предохранитель. Пошли. Кто-то зашел. Давай, говно, выходи, я готов. Мне кажется, это кучка новых гулей. Блять, я думаю, вон прячется один. Леона Палачий лес почти не пострадал от бомб, но населявшие его животные мутировали, теперь бродят по окрестностям. Выжившие сообщают о растениях-мутантах с необычными свойствами. Ну, короче, мы в одном из самых безопасных мест. Фактически. Вам срочно понадобился тот или иной предмет на лагере. Ну, короче, это можно телепортироваться. Так, ну, в общем, мы тихим сапом двигаемся, двигаемся дальше. И в целом мы близки к завершению этого сюжетного... части этой сюжетной ветки. Так, куда идти? Ого, далеко. Давай заодно в лагерь заглянем. Скинем, короче, хлам. Ну все, это нас приблизит же фактически, да, мы же будем ближе. Видишь, как я хитро открыл лагерь? Прям возле лагеря тетушки этой, чтобы никто не мог ни разграбить, ни шиша вообще. И все есть, ящик в том числе. Так, разобрать предметы, давай весь хлам А, у меня нет хлама. Все, супер. Давай попробуем тогда изготовить оружие. По идее же я могу кое-что новое делать, нет? Костолы. Я ошибся, надо было на пробел нажать, все. Модификация. Нахрен он не нужен? Зачем ты не нужен боевой нож? Так. Вот. Больше всего меня интересует дробовик. Во-первых, тебя надо, конечно, будет починить. А еще... А что мне это дает? Ну, то есть вот это вот. А ничего. Меткость только падает. Не, хрень какая-то. Ресиверов нету. Зато, смотри, рукоятки появились. А я их раз не поставил. Боже, такая. Ну, давай эту. Ложь из бини и бить. Хорошо. Так, и почини. А то он уже был близок. Ствол. В смысле? А я же научился это делать, разве нет? Как-то это странно. То есть, ну, я... Вот это вот все, ресивер злобы там. А, мне на него просто не хватает. Во-первых, нужна способность.
Допустим, вот тот же скоростной ресивер. Почему? Оружейник второго уровня. Постой, стопэ, выйди, выйди. Выходи. Способности. У меня тут же, по-моему, только первый уровень, да? Ладно. Скидывай тогда весь этот, весь хлам. Все, и уходим отсюда. На самом деле, я не понимаю, вот честно, зачем мне тут нужны крышки. Я вот вообще их сейчас не использую, кстати. Раз уж мы в лагере. Нет ничего нового. Кстати, броня. Мне кажется, все-таки мне нужно, малеха, ее починить. Мою. Луч надежды, вот это вот. Починить. Хотя дорого, так жалко. У меня нет нифига. Ладно, давай не будем. Мы и так справляемся, то есть нас ничего не убивает. Один-единственный минус, мне не нравится то, что я ничего нового не находил. Ну, то есть я не находил нигде новой брони. Не застревай, не застревай. Музыка тут, конечно, такая, знаешь, играет. Ну, хорошая, правда, мне нравится. Саундтрек в игре крайне-крайне достойный. Такой прям, знаешь, вот, он прям заставляет тебя задуматься о тяжбах войны. Лишь бы... Видишь, как я совмещаю? Вот надо мне отвлечься, но я чтобы... Не отходить от процесса, видишь, что делаю? О, вот так вот, прям на ходу. Прям на ходу. Грязносвет. Ну, блин, я честно, ты же знаешь... Че за... Фух. Фух. Сейчас, вот только этого нам не хватало сейчас. Так, там... Смотрю, дальше аэропорт, может быть. Долгие, конечно, долгие вот такие вот переходы. Слышь? Ой-ой-ой, нет, зверожок, 65 уровень не стоит. Пока что не стоит. Всему свое время, и когда-нибудь мы его положим. Я тебе серьезно говорю. Мы грохнем зверожога. Ну, я надеюсь, это возможно вообще сделать. Потому что если это невозможно, это будет крайне-крайне обидно. Че это Т-образный? Где ты, гад? Там звуки выстрелов. Понимаешь, тут могут гаситься вообще кто угодно так. То есть это могут быть люди с мобами. Вот тут мне сейчас бы очень не помешал снайперский прицел. Да они вообще первого уровня, что ли? Да, они первого уровня. Да идите вы в жопу. Ну, честно, ребят, вы что-то вообще беспон. Надо было взять 10-миллиметровый. Бежит такой, бежит. Я тебе пизды дам, я тебе дам. Ага, да.
Смотри, живучая какая шестерочка. Видел? Демпфированные, крепленные. Но у вас есть патроны, ребят. Секается. Значит, такая прилегла, как будто бы... А-а-а, все хорошо. И это он. Так, нужно ключи от шахтерского оборудования Гаррета. Слушай, давай я у них тесак возьму. Нет, у нее не было тесака. Странни... А, в смысле? Я не попал, что ли? Блять, эти лаги. Где он? Внизу, что ли? Мне нужно в подвал этого дома попасть? Сейчас давай найдем. Во, рецепт. Неиспорченное пюре. Высокий стакан. Видишь? Надо дома лутать. Там еда. Еда это наше все. Так, стоп, сапэ. Ну я же где говорю в подвал. Макс. Главное, не ломай отмычку, бляха-муха. Патрон дробовика, жестяная, алюминиевая банка, бери. Отключение неизбежно, сервера отключается для проведения... Сука, ну вовремя. Через сколько? Через сколько мы успеем взять? Блять, нет, не успеем. Смотри, 14, 12. Бери, бери всякий хлам. Интересно, они сейчас сохранятся? Все. Писос. И началось в самое вовремя, в самый лучший момент началось техобслуживание. Сучки. А что там было написано, что это техобслуживание? Ну, я такое первый раз увидел. Я, конечно, еще не суперстар. Но что такое пир-ту-пир? Ну, бляха, ну, далеко. А сволочи возродились? Да, конечно же, возродились. Я хочу пить. А. Да, значит, ну их нахер. С ними неинтересно. Ай-яй-яй.
Они первого уровня, с ними вообще неинтересно бороться. Ну, часть из них первого уровня. Бля-ля-ля-ля-ля. Ай-яй-яй. Чё так спина зачесалась? Кто там? Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам-пам-пам. Ту-р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 у. А, ну это я все облутал. То есть что-то все-таки засчитано было. Давай утюг разберем. Давай, мне нужно больше хлама. Наливные. Я еду пропустил, ты прикинь. Пам-пам-пам-пам, мистер Слэмэн. Dream be your dream. Пам-пам-пам-пам, your kingdom is here. I have a scene. Пам-пам-пам-пам. Lovers, Lennon. Подожди, лопата-то мне нафиг она не уперлась. А куда? Куда, игра? Ты чё? Я же вот тут. Чё ты хочешь? Да военные деньги, ну. Оу, привет, мужики! Shut up! Мне кажется, он тут должен быть, этот предохранитель долбанный. Синий садовый гном. Иди нах. О, вот он. Подожди, баночку берем. Это, чувак, твой микрофон. Ты просто так в него дышишь? Ты под маньяка хочешь закосить, да? Интересно, ты вообще русскоязычный? Где там? Где эта эмоция? Нету? Давай вот помашем. Грены. Пустая масленка, канистра. Жутко задолбал, честно, вообще. Давай переместимся. Вообще какие-то лаги сегодня прям неприятные у игры. Они такие постоянные, это норма? Потому что я раньше такого не замечал. Какие-то подтормаживания, какие-то вылет сервера. Не, вылет сервера был на том стриме, это неприятная херня. Ну типа, ребят, ну, вы как бы не маленькая студия. И у вас как бы, ну, все по-взрослому должно быть. Да, я до сих пор слышу его микрофон. Я уже должен был улететь. Я же все. Так, там. А ты что там стоишь горельненький? Два горельненьких. Очень мало. О, кстати, я же пить хочу.
От 9 лет, в смысле, будут поддерживать? Да нет, ну, это понятно, то, что они еще очень долгое время не забросят эту игру, это естественно. Давай сразу тут зайдем, там ближе будет потом идти. А, хотя тут же все восстановились. Сейчас опять придется там воевать прям с кучами, да, с ордой. Ну, конечно, я до сих пор кого-то слышу. Возьми. Странник. Это чья песня-то, по-моему, была? Города 312? Ты чё, засал, что ли? Так, прими. Да захилься, бляха! Мне бесит то, что... Топор, что, отруби, а? Нож Боуи. Отруби тут никто не ест, да? Боль, да. Perfect ball. Perfect pain. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Куда его вставлять? Ага. Но, по-моему, этот сервак побыстрее работает. Тот подлагивал больше. Все, анализируется, брасти крови. Все, запущено. В смысле, ну все создалось же. Сделать себе прививку. Где? 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 В чем? Где? А! Ни хрена себе тут прививки делают. Я надеюсь, ну... Наверняка тебе делали когда-то, когда-нибудь в жизни прививки. Это выглядело не так. Лучше перебдеть. Так, здравствуйте, доктор... Здравствуйте, говорит доктор Клэр Хадсон. Если вы не слышите их... Так, следующий шаг. Узнать, выжил ли кто-нибудь из огнедышащих. Это наш элитный отряд по борьбе с гориллами. Их можно найти в пожарной части Чарльстона. Огнедышащие должны узнать о том, что вакцина готова. А если они погибли, вам понадобится их оружие. Угу. Я думаю, они погибли. Ну, как бы, мы с тобой понимаем, да, что тут иначе-то и не будет в этой игре. Там много так, и зачем на них тратить ресурсы? Поздравляю, дядь Федор. Сотый уровень. Я вот фанат круглых цифр. То есть 50, там 100. Вот мне такие циферки нравятся. Какой-нибудь 72 уровень, меня бы коробил, короче. Мне было бы не по себе постоянно. Я бы думал, что за херня? Что-то я, короче, не доделал. Вот сейчас у меня 15 уровень, я понимаю, то, что что-то вообще херово. На 10-м мне было легче. Я почему-то люблю либо до 10-ок, либо до 100-ок округлять. Ну, либо полтинники почему-то тоже меня устраивают. А вот на 100-м левеле ты вот играешь. Тебе еще есть что делать? Вот чем заняться? Потому что ты же, получается, игра недавно вышла. Совсем быстро дошел до него. Не надоедает ли она к тому моменту? Смотреть пожарную часть Чарльстона. Так, ну это совсем рядом. Ну это хорошо. Ну, в смысле, меня это устраивает, потому что я... тоже далеко не в последний раз в нее играю. Так, вот с большим дулом он стал выглядеть лучше. В принципе, все с большим дулом выглядит лучше. По идее, смогу.
Так, что я сейчас тут встречу? Кого? Я думаю, опять гулей, блин. На самом деле надоели гулей, но тут, мне кажется, вообще никогда от них не избавишься. Все будут либо роботы, либо гули, либо супермутанты. Маленький, ну или просто мутанты-звери. Маленький какой-то выбор врагов. Вот, правда, не хватает НПЦ. Стоп. А, ну да, мне как в дом надо попасть. Привет. Разгромите горелых, пройдите экзамен огнедышащих, присоединитесь к нам. Сегодня. В огонь, значит, это задание. Слушай, может, броню мне даст новую? Принтер не отвечает на ваш запрос. Ну и гад. Форма шахтера. Давай применим ее. Главный терминал... Стой. Голозапись нужна была. Доступ запрещен. Так, поисковой отчет. Не возражаешь, если я включу запись. Мелоди, ты ж капитан. Ты не обязан спрашивать у меня разрешение. Ну и как там тебе, Хэнк? Ну, я нашел еще выживших. Они, как и все остальные, открыли огонь. Как только меня увидели. Похоже, это для них обычное дело. Видимо, к югу от Маунтин Блэр нормальных людей уже не осталось. И что не заметил? Пепел скапливается быстрее, чем мы думали. Но если судить по картам, которые составили другие группы, он хотя бы уже не распространяется. Значит, мы потеряли только Уэлч, Бекли, Люсберг и все, что вокруг них. Хоть что-то радует. И да, отличная новость, честно. Гарахан Майнинг. Давненько я уже не слышала в одной фразе Гарахан Майнинг и хорошая новость. Без шуток. Так, это правда, есть созданное ими раскопочная броня. Так, представляешь, каким станут наши патрули, если мы научимся делать такую броню? Так, нас научат делать броню, да, значит, новую? Надеюсь, местные будут уже менее, что-то там не настроены. Именно, подожди пару дней, тогда я отправлюсь сюда и попробую что-нибудь. Нет, Гарахан подождет, тебе нужно отдохнуть. Отправляйся в Моргантаун. Раскопочная броня должна все еще быть там. Иди туда. Ага. Ага, понял, да, значит, где будет броня? Ну-ка. Поисковать счет. Нет, не сработает. Нет, не сработает. Мне нужен допуск. Что это, шпаргалка для экзамена по знаниям? Грег, вот ответы к теоретическому экзамену для вступления в отряд огнедышащих. Либо мы работаем вместе, либо не работаем вообще. Только не говори никому. Ладно, вопрос первый. Как можно скорее эвакуироваться? Влажная тряпка. Аккуратно обвязать ожог чистыми бинтами. Немедленно. Блин, это хоть записывай, я же так не запомню. Так, вопрос 6. Отступить, атаковать, огнестрельщик. Мы оба Литра очищенной воды, 2 пепельных роз, 2 гриба, 2 грязного цвета, а так... Захотелось, чтобы... Я ничего-то не понял, ну-ка. Стой, возьми, не, возьми. Где проходить-то? Так, тут роботы, протектроны, и они на нас не нападают. О, еда. Еда и материалы. Даже не нападают, хорошо. Угу, ну вот тут мы и пройдем тест. Робко. Теоретический экзамен. Давай, поехали. Сейчас решим. Зажечь спичку, подняться выше газа. Как можно скорее эвакуироваться. Это я помню. Влажная тряпка. Это я помню. Один из ваших товарищей огнетышащих обгорел. По-моему, чистыми бинтами. Но пузыри не образуются. Вы наложили холодный компресс, что вам следует аккуратно взять ожог чистый. Жгут-то нахера. Но это я и так знал бы. Знал бы. Во время исследования заваленной шахты старшей группы 3 раза мигает лампочкой на шлеме. Что это означает? Стоять на месте, немедленно отступить.
А, стоять на месте, по-моему, там было. Пол-литра грязной воды, два воспламенителя. Нет, пол-литра очищенной воды. Вы наткнулись на группу горелых, размахивающих палками. Какой способ действия является единственным верным? Там, по-моему, про полицейских дубинок было, да? Или все-таки... Отступить, точно отступить. Вопрос 7. Так. Вам удалось захватить в плен горелого. Внезапно вы узнаете в нем своего друга детства. Ваше действие — убедить друга примкнуть спасателям, доставить его на базу, прикончить его по возможности милосердно. Ну, я думаю, его прикончить. Обработать ответы. Просмотр результатов. 6 из 7. Вы пока не готовы, сука. Давай заново. Так. Мне кажется, я с последним вопросом накосячил. Как можно скорее эвакуироваться. Влажная тряпка. Вот это. Стоять на месте, немедленно ступить, продвинуться дальше. По-моему, вот это. Мне кажется, я с последним вопросом накосячил, поэтому давай продолжим. Так, отступить, атаковать огнестрельным оружием. Вот это. Прикончить его по возможности, доставить его на базу для допроса. И чё? Блин, сейчас шпаргалка с собой. Блять, 6. Короче, почему 6-то? Я же по-другому ответил на последний вопрос. Так, давай посмотрим. Записи. Оно в конце? Так, буква Ш должна быть. Заметки. Шпаргалку для экзамена по заданию. Во. Так, эвакуация, тряпка. Это все правильно. Немедленно отступить. Отступить. Вот он, где неправильный вопрос. Все. Я неправильно отвечал на вопрос с лампочками. Давай, поехали. Так, тряпка. Без очистными бинтами. Отступить. Чистая вода. Атаковать обезоружающих, подкрасться, бесшумно перерезать им глотки, отступить, атаковать огнестрельным оружием. Убить друг друга, прикончить его по возможности милосердно. Ну да, конечно. Обработать. Ну давай, давай. Все, 7. Место медосмотра найдено. Пожалуйста, пройдите по назначенному месту. Супер. Пошли на медосмотр. Да пошли, давай, заканчивай. Бля, я чё... Забормотал. Чё-то я все вопросы назад отмотал. Инъектор какой-то нашли. Хорош, нормально. Это чё? Тактика борьбы с горелым. Ну это вообще тупая... Подсказка, зачем она мне? Краткое руководство по сигнальной системе шахты. Забей. Жига. А, я тут не один. Analyzing knowledge exam results. Поздравляю, спасибо. Блять, он меня преследует. Так, мне надо попить срочно вообще. Вот теперь чувствую то, что с водой начинаются напряги. Блять, вот собака. Еще и кушать захотелось. От бедра что-то вообще поганенько получилось.
Так, помповый дробовик мы обязательно разбираем. Метров и наверх. А кто нам будет? Робот опять какой-нибудь, да? Медосмотр проводить. Где ты? Где ты, тварь? Ладно, пока она бегает, давай поедим быстренько. Длинные яблочки, неиспорченное пюре. И хорошо. В смысле, это что такое за сейчас будет? Так, начать медосмотр. И как? Что мне нужно сделать? А, все, я понял. Ну хорошо, давай. Теперь до этой. Короче, полоса препятствий просто. Бля, ну ты чё прям останавливаешься? Останавливаться удумал. А зачем нам стреляться-то с ними? Нам нужно текать. Там вообще шмалево такое идет, много горелых. Хорошо, что стрелочки хотя бы указывают путь. Капитолий Чарльстона обнаружено. Возвращайтесь на старт. В смысле, а, вот этим путем, да? Ну, стопудово. Жизнь — гонка. Ну, очень актуальное сейчас заявление. А кто его положил? Ладно, ну, ты же видишь. Задание это несложное. Не понял, а как подняться? Ту-ту-ту-ту-ту-ту. А сколько еще? Блин, минута. Не так уж и много. Но мы успеваем. Это все? Поздравляю, кандидат. Пожалуйста, включите терминал, чтобы получить информацию о последнем экзамене. Блин, это все еще не конец. Не люблю вот эти все экзамены. Начать с универа, со школы, отовсюду. Перед экзаменом записана активация инструкции последнего экзамена. Ага, и че? Добраться до места последнего экзамена. Так, ладно, слушай, мне пора уже идти, да, короче, экзамен последний выполним уже на следующем стриме по Fallout'у. Все, всем спасибо, кто смотрел, подписывайтесь на канал на YouTube, на канал на Твиче, на группу ВКонтакте, на мой Инстаграм, все, всех жду, всем спасибо и пока-пока-пока.